две четверки, две пятерки и две шестерки. В серийном номере у банкноты 2000 тенге, который лежит на байковой поверхности 9 июля. Но дело в том, что все эти сдвоенные цифры, они разобщились. Но весьма интересный, примечательный факт. А? Вот и банкнота идет повтор трехзначной такой цифры 546. 546 повторяется два раза. И в конце девятка. Ну, власть. Четверка – это число власти. Энергетика власти не получает усиления от этой банкноты. Пятерка – число духовной власти, тоже не получает усиления от этой банкноты. Шестерка – число любви, тоже не получает усиления от этой банкноты. Ну, вот такая вот банкнота оказалась. Ну и еще нету зеркальных цифр. Если бы вот наоборот было, то была бы шестизначная зеркальная цифра. Но этого тоже не случилось. Да. Пятизначная тоже пролетела мимо.